Командалардың арбаларындағы тауар саны жеткілікті. Бірақ бұлардың барлығы екінші рет өңдеуге жарайды ма екен? Мұны қазір біздің сарапшылар айтып береді. Сапсан командасының тауары тура 10. Бір категория бойынша. Абылайхан командасы шарт бойынша 10 тауар алудың орнына 14 тауар алды. Они настолько не уверены, что берут больше товара, то дальше им будет еще хуже, еще сложнее. Шарт бұзылды деген сөз. Сол себептен қарсылас команданың капитаны Талғат, сіз осы үстелден тура 10 таварды ғана қалдырып, алып тастау керексіз қалғандарын. Тауарлар талапқа сай ма? Өздері сенімді болған қай зат талапқа сай емес? Нақты жақсы заттармен алып тастап жатқан кезде ішім күйіп тұрды, қайнап тұрды. Арамдық жасап жатырсын деп капитанына. Кезек сарапшыларда. Стеклянная упаковка, крышка либо ПП, либо ПНД, но скорее всего ПП, но она на обратной стороне, вскрывать сейчас не будем. Комбинированный перерабатываться не будет. Ваше решение. Правильнее будет, наверное, убрать. Да-да-да, мы за. Да. Тек сол өзімнің корзинама ғана жауапты болғаннан кейін басқаларынан қарап тұрдым, не алды, не алмады деп. Арасында кейбір заттар болды, енді қап, әттеген ай, неге оны алды. Ну, рыба, опять же, она не упакована. Это настолько глупость, тупость, что взять просто рыбу. И очень важный момент. Да. Неупакованную рыбу не продают. Никто не продаст. Я посчитал, что это экологический продукт, я просто взял, ну, так получилось. Команда... Сапсан. Это цифра 22, бумага, картон, все перерабатывается. 40-70 – это металл и стекло. Здесь вопросов нет. По отдельности все перерабатывается. Да. Чайный пакет. Но здесь тоже вопрос к чаю, потому что очень часто внутри вот такой, казалось бы, безобидной картонной коробки содержится еще одна упаковка. Будем вскрывать из-за? Может быть, вскроем? Неге кембеліксіз қораптар ашылды. Қораптың ішіндегі заттар қарала бастады. Сол жерде кішкене көңіл күйім түскен. Это фольгированная упаковка, которую сложно переработать, и у нас, скорее всего, в большей степени я уверен, что не перерабатывается. Рассмешило то, что у них этот чай не прошел. Они должны были знать. Азық-түлік өнімдері бойынша Абылайхан командасы. Екі таварды дұрыс таңдамай, сегізі ғана есепке алынса, Сапсан командасында бір тауары кеміп, тоғызы талапқа сай болды.